Третье лето, третья осень, третья озимь ждет весны. А своих нет-нет и спросим, или вспомним средь войны. Вспомним с нами отступавших, воевавших год или час, павших без вести пропавших, с кем видались мы хоть раз, провожавших, но встречавших, нам попить воды подавших, помолившихся за нас. Вспомним в югу заверуху прифронтовой полосы, хату с дедом и старухой, где наш друг чинил часы. Им бы не было износу впредь до будущей войны, но, как водится, без спросу снял их немец со стены. То ли вещи драгоценные тех куранты посчитал, то ли решил с нужды военной, как-никак цветной металл. Шла зима, весна и лето. Немец жить велел живым. Шла война далеко где-то, чередом глухим своим. И в твоей родимой речке мылся немец столовой. На твоем сидел крылечке с непокрытой головой. И кругом его порядки, и немецкий привозной на смоленской узкой грядке зеленел сад весной. И ходил сторонкой боком ты по улочке своей. Уберегся ненароком, жить живи, дышать не смей. Так и жили дед и баба, без часов своих давно. И уже светилось слабо на пустой стене пятно. Но со страстью неизменной дед судил, рядил, гадал о компании военной, как в отставке генерал. На дорожке возле хаты костылем старик чертил окружение, охваты, фланги, клинья, рейды в тыл. «Что ж, зачем там остановка?» — спросят люди. «Срок немал». Дед-солдат моргал неловко, кашлял, перегруппировка и таинственно вздыхал. У людей уже украдкой наготове был упрек, словно добрую догадку дед по скупости берег. Словно думал по дорожке запросить с души живой. «Дед, когда же? Дед, ну что же? Где ж он, дед, буденный твой?» Едва войны погудки заводил вдали восток, дед немедля ни минутки объявил, что грянул срок. Отличал тот час по слуху грохот наших батарей. Бегал, топал, дай им духу, дай еще, добавь, прогрей. Но стихала канонада, потухал зарниц пожар. «Дед, ну что же?» Думать надо. Здесь не главный был удар. И уже, казалось, деду, сам хотел того или нет, перед всеми за победу лично он держал ответ. И, тая свою кручину, для всего на свете он и угадывал причину, и придумывал резон. Но когда пора настала, долгожданный вышел срок, то впервые воин старый ничего сказать не мог. Все тревоги, все заботы у людей слились в одну, чтоб за час до той свободы не постигла смерть в плену.